все президенты без исключения продекларировали о том, что единый пул, они готовы выступать. И до 20 октября должны провести открытый тендер на участие, и точнее на продажу прав по транслированию чемпионата Украины 2010-2011. Кто входит до склада рабочей группы? Представители всех клубов, сейчас определимся в рабочем порядке. Всех 16 клубов. Скажи, пожалуйста, вы сказали все президенты. Сколько президентов было на эти встречи? Я не считал, но не так много, но были люди уполномоченные решать вопросы, поэтому как бы подтвердили, что у них есть полномочия, и они готовы голосовать. И то есть все теперь договорились. Я думаю, что это существенный шаг вперед. Вы чувствуете, что сунулись с мертвой точки фактически? Считаю, что да. Хотя я шел с другим настроем. А с каким настроем вы шли? Я шел с настроем, что нужно наказать Раскольников, но давайте лучше не будем никого наказывать, а будем действительно создавать рабочую группу, продавать наши права, и клубы должны от этого только выиграть. Тобто нікого не наказувати тепер не буде? Пока нет. Ну, если извините меня, если мы уже решили, что создаем пул, и пул создается, и вдруг кто-то будет опять препятствовать, ну тогда уже извините, да, нужно подходить. Можно сказать образно, что вот потисли руки один одному, чи насправді потисли? Ну, я не могу сказать, что мы там пожали друг другу руки, потому что я вам скажу, что полгода назад мы тоже решали, мы были все первые лица о том, что мы создаем единый пул. Но, к сожалению, вы же видите, к чему это привело. Я лично думаю, что все-таки здравый смысл восторжествует. Руки, опять же, не жали, но продекларировали все, без исключения, клубы, что готовы единым пулом выступать и единым пулом продавать свои права и готовы зарабатывать деньги для развития нашего украинского футбола.